Всем салют, ребята! С вами я, Саша, и у меня, как обычно, новости кино. Фильм «Морбиус» от студии Marvel с Джаредом Лето в главной роли перенесен с 28 января на 1 апреля 2022 года. Официальная причина переноса – это распространение нового штамма коронавируса. Но, по словам источников Deadline, есть и другая причина. Sony Pictures, пишет издание, не хочет, чтобы «Морбиус» конкурировал с другим фильмом, а это «Человек-паук. Нет пути домой». Предполагается, что задержка фильма «Морбиус» позволит «Нет пути домой» заработать больше денег. Благодаря переносу «Морбиуса» на апрель, «Нет пути домой» сможет не только и дальше собирать кассу в кинотеатрах, но и успеет выйти на физических носителях и в цифровом формате. Сборы фильма «Человек-паук. Нет пути домой» сейчас составляют уже 1,3 миллиарда долларов. Это самый успешный постпандемийный фильм и лучший релиз от Sony Pictures в истории американского проката. Кроме того, картина показала наивысшие сборы среди фильмов про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли. У «Возвращения домой» и «Вдали от дома» сборы составили 880 миллионов долларов и 1,1 миллиарда долларов соответственно. А теперь к другим новостям. Концепт-художник Томас Декрёст, работавший над фильмами «Человек-паук. Нет пути домой», «Человек-паук. Вдали от дома» и «Мстители. Финал», опубликовал свое видение Тома Холланда в облике паука Венома. Художник поделился своими работами в Твиттере с подписью: «Пока я жду разрешения показать свои работы для «Нет пути домой». Вот небольшой взгляд на то, что может ждать нас впереди». Маловероятно, что такой облик действительно появится в будущем, хотя Sony Pictures и приняла меры, чтобы соединить вселенную «Нет пути домой» и «Венома». Особенно это заметно в одной из сцен после титров. Как вам такой паучок? Выглядит, словно его окунули в бочку со смолой. В фильме Сэма Рэйми, как мы помним, костюм менял цвет на черный и сохранял свой классический стиль и элементы. «Человек-паук. Нет пути домой» вышел, он вышел в декабре, и на сегодня сборы уже превысили миллиард долларов. Это самый кассовый фильм Sony Pictures на данный момент. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А у меня там все. Всем пока!